Агропромышленная выставка стала уже на протяжении многих лет событием не только регионального, но и межрегионального, федерального значения. И я очень рад, что и в этом году выставка собрала более 500 участников. Я уверен, что и традиционно внимание жителей региона Самарской области и соседних регионов к выставке будет также велико. И десятки тысяч людей смогут побывать здесь, увидеть достижения, какие имеет регион в сельском хозяйстве, увидеть новую технику и, конечно, вместе с нами порадоваться новым успехам. Разрешите от имени и по поручению нашего министра сельского хозяйства зачитать вам приветственный адрес. Уважаемые участники и гости, приветствую вас на 21-й Поволжской агропромышленной выставке 2019 года. Ежегодно в период завершения основного этапа уборочной кампании в Самарской области собираются ведущие специалисты отрасли, представители крупных аграрных перерабатывающих предприятий регионов России и стран ближнего зарубежья, чтобы обсудить самые актуальные вопросы и перспективные направления развития АПК. За свою многолетнюю историю выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения и укрепления межрегиональных и международных связей. Уверен, что в этом году мероприятие пройдет на традиционно высоком уровне и продолжит способствовать развитию отечественного агропромышленного комплекса. Желаю участникам и гостям интересной и плодотворной работы, перспективных деловых контактов и дальнейших успехов во всех начинаниях. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев. Я считаю, что когда есть что показывать, когда есть чем гордиться, нужно проводить такие мероприятия. В Самарской области есть чем гордиться и есть что показывать. Спасибо вам, аграрии, за хороший труд.